Всем привет! Надеюсь, нас слышно. И я хочу представиться. Меня зовут Полина. И я главный организатор образовательной школы «Школа просто космос». Мне очень приятно представиться и, собственно, представить всех остальных людей, с которыми я это делаю. Это, возможно, вы встречали их в чате. Это Анастасия, Гисина, Дарья, Даша, Гош. И мы вместе все, объединившись, делаем проектную школу «Школа просто космос» про дистанционное зондирование Земли. Мы объединены какими-то общими ценностями, потому что мы вместе работаем в кружковом движении, в практиках будущего, участвуем в Олимпиаде НТИ и решили, скажем так, перенять опыт наших более старших коллег и сделать какое-то мероприятие, которое мы считаем важным для окружающих. И в этом нам... Этим мы занимаемся не только самостоятельно, в этом нам помогают методисты, сотрудники компаний, которые тоже находятся в экосистеме НТИ и которые тоже заинтересованы в том, чтобы, ну, условно говоря, делать мир лучше и пытаться каким-то образом поменять, да, подходы к образованию, поменять подходы к обучению, которые существуют в России. Вот. И с нами сейчас Мария Дорофеева, координатор образовательных программ компании Loret. И она методист нашей программы, она нам очень сильно помогает, и я бы хотела, чтобы она рассказала немного о себе. Хорошо, спасибо, Полина. Да, меня зовут еще раз Мария Дорофеева, я тоже есть в чате и буду с вами на связи все эти две недели по вашим проектам. Буду рада ответить на ваши вопросы, которые, конечно же, будут в процессе возникать. Вот. А сейчас я хотела бы просто коротенько рассказать о том, кто я, что за компания Loret. И, возможно, кто-то из вас нас уже знает. Вот. Но компания существует не так давно, мы сколковский стартап с 2018 года, однако наш основатель, это Владимир Евгеньевич Гершинзон, генеральный конструктор и заместитель генерального директора Ольга Николаевна Гершинзон, с которой вы тоже обязательно встретитесь в рамках этой школы, они обладают опытом более чем 30 лет уже вот в области создания технологий для приема, обработки и использования изображений Земли из космоса. Они являются экспертами в области систем дистанционного зондирования Земли и их применения. Наша компания занимается разработкой инновационного оборудования в области приема данных, то есть это всевозможные станции приемные, с метеоспутников, со спутников высокого разрешения, ДЗЗ и так далее. И все это делается ради того, чтобы ускорить максимально, упростить и удешевить прием данных со спутников в режиме именно реального времени. И также нашей важнейшей задачей является образовательная деятельность, потому что мы надеемся вырастить и воспитать поколение людей, которые будут понимать важность и пользу космических снимков и смогут решать всевозможные задачи для того, чтобы улучшать наш окружающий мир. Наши образовательные проекты, они как бывают как офлайн, так и онлайн. Вот сейчас у нас пример такого, можно сказать, образовательного интенсива, фестиваля даже. Но также это могут быть и лекции, и мастер-классы, и тренинги, и программы, и тематические смены, и конкурсы в лагерях и так далее и тому подобное. Мы являемся партнером, возможно, известной вам программы «Дежурный по планете», к участию в которой мы всех, конечно же, приглашаем, да. Это программа технологических конкурсов для школьников 8-11 классов, а также проектов на космическую тематику и на тему технологий ДЗЗ. То есть подробнее об этих всех конкурсах и проектах можно будет узнать по ссылочкам, которые мы сбросим обязательно в чат наш общий. Надеюсь, все там присутствуют. Ну и коротко, наверное, пару слов еще о себе, если есть время, Полин. Да, конечно. Да, есть. Очень много времени. Очень хорошо. Я работаю в области ДЗЗ уже почти 12 лет. Из них лет 5 я работала в проектах по спутниковому мониторингу на основе оперативных спутниковых данных в интересах государственных и частных заказчиков, ну, таких как, например, Лукойл, Атомфлот, МПР, Росгидромет и так далее. Даже Росалкогольрегулирование было, и я вам об этом обязательно как-нибудь на лекции расскажу. Интересный опыт. Вот. И более 5 лет уже я работаю в сфере образования, дополнительного образования в области дистанционного зондирования Земли. Мой опыт начался еще в 2014 году. Я была тьютором в первой
и второй космических сменах в лагере Артек. Затем участвовала в космических сменах Сириуса в Сочи, в саммите «Большие вызовы». В прошлом году мы принимали участие, наша компания, в направлении «Космическая разведка» Всероссийского научно-технического конкурса «Интерра». В этом году он также направление идет, вот как раз сейчас. Международная исследовательская школа, тоже тьютором я была в прошлом году, и мы очень надеемся, что эта школа состоится в будущем году. Это очень интересное исследовательское направление. Образовательный интенсив «Остров 1022», онлайн-фестивали для всевозможных регионов нашей страны. Так что проводила лекции я в разных городах, много с вами встречаться. Не только Москва и область, это и Калининград, и Тула, и Псков, и Сургут, и Салехард. Единственное, что только до Дальнего Востока я пока не доехала. В ближайшие дни, вот на этой неделе, вас ждут лекции, мастер-классы, интерактивные занятия от наших экспертов компании «Лорет». Это Ольга Николаевна Гершензон, основатель компании, один из основателей, директор по развитию нашей компании Карина Евгеньевна Никитская, которая сегодня в 3 часа прочитает вам вводную лекцию по ДЗЗ. Директор некоммерческого партнерства «Прозрачный мир» Дмитрий Аксенов. Возможно, вы уже видели его вебинар. Я видела в чате, что была ссылка уже подготовительная такая. Он расскажет про экологические аспекты работы с данными ДЗЗ. Я обязательно проведу 2 занятия. Это сегодняшняя вводная лекция, 2-я часть. Мы с вами устроим интерактив, чтобы зажечь. И в среду, если я правильно помню, у нас с вами мастер-класс по инструментарию, который вам обязательно пригодится в процессе работы. Так что я открыта, еще раз повторяю, для всевозможного общения. Все ссылки на наши соцсети я тоже с позволения организаторов скину в чат. Ну, а всем командам желаю творческих успехов, а кто еще не в команде, скорее найти себе команду. Я думаю, что будет весело и здорово. Большое спасибо коллегам СКД. Здорово. И я хотела бы просто дополнить небольшой рассказ о том, что вообще у нас будет происходить. Мы исходили, когда проектировали школу, из следующих ценностей. Мы решили, что эта школа должна быть доступной, должна быть открытой и должна быть, ну, достаточно простой для освоения. Потому что мы очень хотим расширить количество людей, для которых ДЗЗ это важно, для которых это интересно. И которые могут быть неравнодушны к решению тех проблем, которые может помочь решить как раз-таки ДЗЗ. Это, ну, проблемы, это может быть социальные проблемы, это могут быть экологические проблемы и так далее. Вот, вы, в принципе, вольны выбирать совершенно любую проблему для исследования, которую вам только хочется, будь то, не знаю, отслеживание популяции морских котиков или измерение, или изучение разрастание городской агломерации. Вот, в чем любой. Можно выбрать Санкт-Петербург, можно выбрать Сургут. Вот, и мы предполагаем в рамках школы сфокусироваться больше на экологических проблемах и можем предоставить, и предоставляем вам определенные ресурсы в виде лекций и в виде общения с нашими экспертами, которые как раз-таки в этом разбираются. Вот. И, собственно, на этой неделе, как уже, наверное, было очевидно из расписания, вас ждут лекции об экологических проблемах России, которые существуют. В частности, мы сконцентрируемся на экологических проблемах Калининградской области. Вот у нас получилось найти спикера, который хорошо в этом разбирается. И также в самом-самом конце школы, обработав все данные, которые у нас есть, вы сможете сделать небольшой видеоролик, потому что помимо доступности этой школы и относительно ее простоты, мы бы хотели, чтобы результаты этой школы все-таки были налицо, и чтобы они были такими, скажем так, понятными и это тоже очевидными и доступными. Вот, чтобы это не было тоже каким-то большим количеством израсходованной бумаги, израсходованных файлов в Word и так далее, чтобы это был какой-то очевидный, красивый результат, который можно представить в виде небольшого видеоролика, в котором как раз-таки можно рассказать о том, что вы сделали. Да, возможно, это непросто, да, возможно, придется потратить некоторое время на загрузку программного обеспечения, вот, надеюсь, у вас есть возможность это сделать, но просто если нет возможности, мы, к сожалению, эту проблему не сможем никак решить, вот.
И мы надеемся, что для вас будет важно поучаствовать в нашем воркшопе, который предоставляет, организовывает человек, который организовывает медийщик Американского центра в Москве Роберт Дешейт. Он был очень рад с нами посотрудничать и оказать какую-то экспертную поддержку. Вот так. Если у вас есть вопросы, задавайте их, пожалуйста, на Твиче. Мы с большим удовольствием на них ответим. И если вам интересно узнать что-то побольше про команду, того из, ну, не знаю, из кого конкретно она состоит и почему мы вдруг решили, что мы, не знаю, имеем право вдруг организовывать, там, не знаю, чему-то вас учить, то задавайте вопросы. Мы, опять же, готовы ответить на любые уточнения по программе. Вот. Также вы можете задавать их в чат в Телеграме, если вам это удобно, он также модерируется. Да, я сейчас просматриваю чат, и есть возможность смены названия команды, и есть возможность выхода из команды, да, вообще без каких-то проблем. Вопрос к спикерам. Надеюсь, наверное, стоит задавать спикерам. Вот, давайте дадим его на лекции, пожалуйста. Вот. ПО для видеоролика же бесплатные будут. Дело в том, что пробные периоды, они бесплатные. Поэтому вы можете сказать в пробный период и без проблем каких-то с ним работать. Большая часть программ работает именно так. Видео должны быть сняты все члены команды. Ну, смотрите, по поводу видео. Если не ошибаюсь, мы скидывали... Да, мы точно скидывали в чат задания и условия заданий. И там не было никаких особенных условий. То есть вы, в общем-то, вольны творить все то, что вам захочется, просто по теме. Ну, допустим, вы не можете снять видео на тему болгарской литературы 19 века или, там, не знаю, ислама в Боснии и Герцеговине. Просто это будет, ну, не по теме, то есть это будет что-то стороннее. Мы показали вам, ну, мы перечислили ряд каких-то вопросов, на которые это видео должно содержательно отвечать. А будете ли вы показывать членов своей команды или не будете, это, наверное, все-таки ваше дело, это все-таки на ваше усмотрение. Вот, вы можете решить, вы можете как-то, ну, выбрать, будете ли вы показывать или не будете. Но главное, чтобы видео... Но, условно говоря, мы прекрасно понимаем, что это достаточно расплывчатый критерий, чтобы оно, ну, классно смотрелось, чтобы оно как-то захватывало, чтобы, как говорила Мария, это не была, не знаю, говорящая голова на фоне ковра, вот, чтобы это было, ну, что-то действительно содержательное, что-то действительно смонтированное, как хороший рекламный ролик, который вы, не знаю, могли видеть на Ютубе, допустим. Вот. И, а так мы действительно вас, ну, никоим образом не ограничиваем. И на самом деле у нас достаточно реальные условия школы, то есть у нас, в отличие от очень многих конкурсов, у нас нет почти нигде никаких конкретных критериев. Вот. У нас есть то, что называется фидбэк от эксперта. Ну, то есть мы понимаем, что... Ну, то есть мы понимаем, что нет каких-то, не знаю, объективных критериев, по которым можно, не знаю, оценить крутой проект или крутое исследование. Мы просто пришли к тому, что эксперт дает фидбэк о том, что ему, например, в актуальности исследования кажется недоработанным, что ему кажется классным и что из этого можно улучшить. То есть он каким-то образом пытается дополнить то, что уже сделали участники, и при этом дает им какую-то свободу и самостоятельность. Это важно. Ну, потому что это действительно приближенность к каким-то реальным условиям, ну, то есть так люди работают. То есть нет никаких волшебных критериев, по которым люди проверяют качественность своих исследований, не знаю, качественность своих видеороликов. Вот, есть какие-то, ну... просто совместный какой-то брейншторм, который помогает создать нам в итоге качественный продукт. Монтировать ролик можно в любом приложении. Этим мы также вас никак не ограничиваем. Разделение. Но
Честно говоря, мы не планировали разделение на возрастные группы при оценке проектов. То есть все будут оцениваться... Да, секунду. Все будут оцениваться вместе. Ну, то есть мы никак не будем делить людей по возрасту. Вот. Полин, слушатели еще, возможно, пишут вопросы. Я хотела бы сделать небольшое уточнение по поводу ваших проектов. Понятно, что за 2 недели... какой-то полноценный, законченный, уже исследовательский готовый проект вы вряд ли успеете осуществить. То есть, скорее всего, это будет такая стартовая работа. Да, мы все равно ждем от вас оформления статьи, видеоролик, но чаще всего бывает так, что какая-то интересная тема требует дальнейшей, более глубокой проработки. И в этом-то вся и прелесть заключается в нашей с вами школе, что если вы захотите после этой школы продолжать работать с вашими проектами, то вы можете присоединиться к программе «Дежурный по планете», которая после такой небольшой премодерации позволяет вам получать спутниковые снимки с космического аппарата АЭС-2D нашего, российского, в интересах ваших проектов на те зоны интереса, которые вы в нем обозначите. Эта схема работает уже больше года, и вы можете посмотреть на сайте проекта те темы, которые уже отрабатываются, причем распределенными командами, которые находятся в разных городах, в разных регионах, и, возможно, даже они помогут вам, если вы, допустим, объединяетесь и делитесь опытом, делитесь данными, и это очень-очень здорово, тем более, что все проекты в этой программе получают экспертную поддержку. Вот, спасибо, Полин. Это важное, мне кажется, было замечание. Да, я согласна. Вот, просто извините, у главного организатора всегда что-то не так, и у главного организатора в этот раз начался ремонт в доме. Вот. Ну, в плане не в моем доме, а вообще в той многоэтажке, в которой я живу. Итак, разделение у нас действительно не планировалось. Обязательно обозначать капитана команды или все участники могут быть равноценны. Нет, не обязательно обозначать капитана команды. Вы, в принципе, можете организовывать работу в команде так, как вам удобно и комфортно. Главное, чтобы вам было удобно и комфортно. А если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать, например, в чате. Ну, в чате есть такие организаторы, как Вика, Даша и Василиса. Вы можете написать им лично и, возможно, задать им какие-то вопросы о том, как стоит организовывать работу внутри команды. Они попробуют вам помочь, если не решают как-то вопрос самостоятельно, передадут вопрос нам. Ну, а мы, ну, как-то коллективно, я думаю, мы сможем его решить. Вот. Хочу присоединиться к дежурному по планете и завершить проект, но я в 6-м классе. У меня смотрите... есть... Что? Конечно, да, без проблем. Если речь идет о проектах по дистанционному зондированию Земли на onduty4planet.com, это как раз вот та часть проекта, про которую я только что рассказывала, то никаких проблем. Понятно, что возраст в данном случае это не главное. Главное, какая у вас тема, насколько глубоко вы собираетесь все прорабатывать, какая у вас концепция. То есть при регистрации вашего проекта на портале дежурного по планете вам предложат заполнить анкету, ответить на ряд вопросов, касающихся вашего проекта. Наши эксперты посмотрят эту анкету, и будет принято решение о том, будет ли этот проект обеспечиваться данными высокого разрешения в дальнейшем. Это зависит, какая периодичность данных вам нужна, какой район интереса у вас. То есть это все зависит от технических особенностей съемочной аппаратуры. Вот, поэтому не беспокойтесь, дерзайте. Сейчас 6-й класс, в следующем году 7-й, ну и так далее. Удачи! Вот, а по поводу программ дежурного по планете, в них, в них можно участвовать с более раннего возраста, но здесь проблема в перемещении, потому что довольно часто итог, финал программы дежурного по планете подразумевает финал в Сириусе,
Вот. А насколько понимаю, у людей до 14 лет есть ряд сложностей с тем, чтобы перемещаться, и это нужно как-то отдельно согласовывать. Вот. Поэтому... но это просто обсуждаемо, нужно написать в личные сообщения сообщества «Дежурный по планете» и каким-то образом это согласовать. Но стоит заметить, что программы «Дежурного по планете», они не совсем про доработку проектов, они скорее про работу в том числе и над другими проектами. То есть, например, есть конкурс «Цифровой лесничий», на котором участники будут заниматься, например, получением и обработкой геоданных с лесных массивов. Вот. Но суть в том, что, например, с исследованием о разрастании городской агломерации это никак не соотносится. Вот. Но при этом дистанционным зондированием Земли в этом проекте можно заниматься на достаточно высоком уровне, работая действительно с профессионалами своего дела, в частности, с компанией ЛРЭД. Вот. Когда будут примеры? Ну, примеры будут. Мы их для вас сделаем. Вот. Ну вот, например, в сегодняшней вводной лекции мы уже начнем вам рассказывать о применении данных в том числе, ну и во вторник, и в среду, и так далее. Тоже, я думаю, этому обязательно будет посвящено какое-то время. Да, отлично. Если у вас есть вопросы, задавайте, пожалуйста. И, опять же, если мы о чем-то забываем, напоминайте тоже, пожалуйста. Лично я делаю подобное мероприятие в первый раз, но это не повод как-то относиться ко мне лояльно, это повод, наоборот, судить строже, потому что, ну, ваша критика и ваша обратная связь важна, и именно она позволяет делать нам мероприятия в кружковом движении, собственно, лучше. Ну и делать так, чтобы этими мероприятиями занимались не только какие-то взрослые люди, у которых все серьезно, но и люди, которые занимаются этим, допустим, добровольно. Вот. Поэтому пишите, пожалуйста, если у вас есть какие-то дополнения, предложения, ну, мы их рассмотрим и примем или не примем, ну, мы так или иначе примем их во внимание, вот. И, ну, спасибо вам большое, на самом деле, на данный момент мне больше, наверное, нечего сказать. Я могу только поотвечать на вопросы, которые вы пишете. Преимуществ нет, не будет. Ну, то есть отбор на дежурного по планете, он, ну, стоит немножко отдельно, и там задачи, возможно, несколько более технического характера, чем у нас. В очень многих конкурсах нужно хорошо прям разбираться в физике и, не знаю, механике космических тел и так далее. Ну, я могу небольшой пример привести, да, например, на инженерных сменах в Сириусе, в региональных центрах по модели Сириуса, ребята по нашему направлению занимаются разработкой антенн приемных для того, чтобы принимать данные съемки Земли из космоса. То есть это больше инженеры, мехатроники, программисты, такие технари, да, те, которые вот любят с отвертками там, по крышам ползать, провода разматывать и под дождем тестировать свои приемные комплексы и так далее. А вот как раз-таки работа с данными непосредственно с анализом, с геопространственными данными, с картами интерактивными и так далее. Это больше гуманитарная история, которая доступна на самом деле всем, неважно, кто вы, литератор, языковед или, честно, вообще неважно, даже историкам это может быть очень интересно, поскольку данные бывают архивные за разные годы, и можно делать очень интересный анализ. Хотя, конечно, ближе они, естественно, научникам, то есть те, кто интересуется географией, биологией, ну, вот такими всеми вещами, экологии в первую очередь, конечно. Вот, поэтому у нас есть как раз вот два направления, почему мы это особо выделяем. То есть конкурсы больше технологические, космические, то есть там для тех, кто любит спутники собирать или хочет этому научиться, ракеты запускать. Вот, а как раз-таки работа с данными, и это дежурный по планете onbeautifulplanet.com, то есть тот проект, про который рассказывала вам я недавно. Вот, спасибо. Да, на самом деле это действительно важное замечание. Еще хочется сказать, что, ну, собственно, хочется сказать, что вообще на этой школе мы в большей степени про не столько решение проблем, сколько про разработку этих проблем. То есть наши исследования, которые, ну, поставлены в одну из задач школы, они будут про разработку каких-то существующих проблем, не знаю, исследования миграции бельков и так далее. То есть любую тему, которую вы выберете. И
это будет в большей степени про не про какой-то конкретный проект с решением, а про действительно разработку проблемы и разработку исследования. Ну, потому что мы ставим акцент на том, опять-таки, в противовес очень многим проектам системы НТИ, не на каком-то технологическом решении, а на как раз-таки анализе проблемы, потому что, ну, мы считаем, что важно не только грамотно решать проблемы, но и грамотно эти проблемы ставить, чтобы не было потом никаких оплошностей с тем, что, ну, мы неправильно поставили проблему и придумали решение зазря. Поэтому мы хотели бы провести эту школу для того, чтобы научить людей разрабатывать проблемы. Ну да, еще очень важно рассказывать миру о вашей работе и о вас. Потому что очень часто бывает так, что прекрасная проблема, прекрасное решение, но никто об этом ничего не знает или рассказывается об этом так, что людям просто скучно и неинтересно. Вот. В этом плане наши западные коллеги как-то более раскрепощенные, чем мы. И нам бы очень хотелось, чтобы все участники, вот просто сейчас лето, сейчас классная погода, у нас много возможностей, давайте прямо оторвемся и покажем, что мы можем ничуть не хуже, а даже гораздо лучше. Вот. Отлично. Если у вас больше нет никаких вопросов, мы можем завершить открытие. Вот. Потому что, ну, правда, я не знаю, что рассказывать. И, в общем-то, все вопросы лично мне вы можете задавать в чате любое время. Наверное, я бы не стала говорить, похоже, про Марию. Ну, в плане, я как главный организатор беру на себя полную ответственность и понимаю, что у вас будут возникать вопросы. Вы можете мне писать, и я надеюсь, что я вам отвечу. Вот, или, по крайней мере, постараюсь помочь. Вот. Ну, то есть, очень трудно жить, конечно, с заваленной личкой, но так или иначе, это судьба всех главных организаторов. Вот. Это хорошо, всем спасибо. Тогда, если у вас больше нет вопросов, тогда до встречи. И пишите в чат, если у вас возникают какие-нибудь. Да, спасибо, Полина. Всем участникам до встречи в 3 часа на вводной лекции. До свидания. Да, и вам спасибо.